ООН получит 1 миллиард 800 миллионов долларов на помощь беженцам. Страны семерки – это Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. И еще 10 стран Европы и Персидского залива договорились выделить гуманитарным организациям ООН дополнительные средства на помощь беженцам и внутренне перемещенным лицам во всем мире. Только одна Германия выделит около 100 миллионов долларов. По последним подсчетам, на оказание гуманитарной помощи всем нуждающимся в масштабах всего мира в нынешнем году потребуется в целом до 20 миллиардов долларов. Напомню, на прошлой неделе саммит Евросоюза выделил 1 миллиард евро агентствам ООН, которые занимаются вопросами помощи беженцам.